Спасибо вам большое за участие в весеннем турнире «Пульс». Было очень приятно наблюдать за второй лигой. Конечно же, что хочу от себя сказать, что действительно три команды, которые вот здесь сейчас стоят, ну, на порядок выше всех остальных, поэтому я уже с нетерпением жду омоложения более элитного нашего дивизиона, где надеюсь осенью увидеть вас с максимальным настроем, сбором. Поэтому посмотрим, как вы впишетесь, потому что там старики, по-моему, уже немножко засиделись там в своих разборках друг с другом. Очень хочется молодой, свежей крови. Поэтому я думаю, что в высшей лиге, или в первой, как она сейчас называется, вы явно не потеряетесь. Приятно было сегодня смотреть за серебряным финалом. Молодцы команды, очень достойные выступления. И я хочу начать с индивидуальных наград. Конечно, мы пока что не можем озвучить бомбардира, потому что один из главных кандидатов будет играть сегодня в 20:00, поэтому бомбардира мы немножко подождем, но мы начнем с награды лучшему вратарю. И если я не ошибаюсь, это уже второй сезон к ряду. Это команда «Витязь», Сарем, вас, пожалуйста, вам. Лучшего игрока единогласно было принято определить, это легкий Роман Камбург. Хорошо, переходим к командным наградам. Пару слов скажу. Команда, занявшая третье место, очень уверенно начала чемпионат. В какой-то момент где-то что-то у ребят там не сложилось. Но, тем не менее, очень хорошая, качественная игра. Очень интересно смотреть, наблюдать. Не просто какой-то там бей-беги, но виден рисунок, почерк. Здорово ребята играли на протяжении всего турнира. Немножко не хватило, проиграли прямым конкурентам, но все равно достойный результат. Команда Team Retin, третье место. Ваше. Серебряный призер, команда «Кураж», ваши аплодисменты. Спасибо, ребят, за турнир, идем выше. Ну и первое место. Команда, которую я хотел изначально видеть в другом, конечно, Ирония. Но все-таки очень уверенно команда прошла. Хорошие сборы, хорошие уверенные результаты. И, по-моему, одна ничья, да, в этом сезоне. И, кажется, у нас со времен Бубонов не было таких результатов. Но хоть это и вторая лига, но все равно это очень достойное, хорошее выступление. Команда «Витязь», ваши аплодисменты. Будем рады видеть вас в нашем летнем турнире кубки, который стартует 22 июня. С радостью посмотрим на ваше противостояние в смешанном турнире в пусковой системе. А если нет, то у нас надеюсь, что приедете в осень на футбольных полях футбольного турнира «Пульс». Спасибо, ребят. Вот и вообще, вот, если я так компактно, а потом отдельно. Система личная душа. Идем туда. Вот и вот. Я не знаю, ворота где-то, как лучше? Ворота выше.